Отделение флотации было запущено на комбинате в декабре 2006 года. Флотационная установка практически не оказывает воздействия на окружающую среду. Оборудование оснащено полной автоматизацией, от приготовления реагентов и их дозирования до самого процесса флотации. При выполнении пусконаладочных работ многие проектные решения были усовершенствованы специалистами Михайловского ГОКа. Например, они разработали схему вторичной переработки пенного продукта флотации, что позволило существенно сократить производственные издержки. Реализация этого инвестпроекта позволила комбинату расширить ассортимент продукции, добавив в товарную линейку предприятия более конкурентоспособную продукцию – высококачественный концентрат с массовой долей железа более 69%. Кроме того, из этого концентрата могут производиться окатыши с улучшенными технологическими характеристиками.